Итак, всем привет, это Gadget X. Компания Ulefone показала фотовозможности безрамочного смартфона Mix 2. Напомню, аппарат получил 5,7-дюймовый дисплей с минимальными рамками и соотношением сторон 18:9, а также разрешение 1440 на 720 пикселей. За съемку фото и видео в устройстве отвечает двойная камера с 13 и 5 мегапиксельными модулями производства Sony, а на фронтальной панели находится камера с разрешением 8 мегапикселей. Смартфон появился на распродаже AliExpress по специальной цене. На что способны камеры недорогого Ulefone Mix 2, как работает режим размытия фона и селфи вспышка, смотрите в видео. На слайд-шоу производитель продемонстрировал подборку фотографий, снятых на Mix 2. Пейзажи, макроснимки с встроенной вспышкой и ночные фото. Затем Ulefone показала интерфейс приложения камеры и функцию быстрого переключения между фронтальным и основным модулем. Технические характеристики Ulefone Mix 2 такие. 5,7-дюймовый экран с разрешением 1440 на 720 пикселей и соотношением сторон 18:9. 4-ядерный процессор Mediatek MT6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ накопитель, поддержка карты microSD, двойная основная камера с модулями на 13,5 МП, фронталка на 8 МП, аккумулятор емкостью 3300 мАч, поддержка двух сим-карт и LTE, ось Android 7.0. Габариты устройства такие: 152,5 мм по высоте, 71,6 мм по ширине, 8,9 мм толщина, вес 177 граммов. Помимо этого, Ulefone снижает цену на Mix 2 с изначальных 170 баксов аж до 100 долларов, то есть дарит скидку в 70 баксов каждому покупателю. Вот такая вот у нас замануха.